Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Продолжаем распаковку и обзор аккумуляторного инструмента Wasai. Здесь мойка высокого давления. Это последний инструмент из большой посылки. Давайте откроем, проверим и оценим. В комплекте у нас сама мойка. Так, это пеногенератор, шланг, аккумулятор. Так, агрегат работает. Аккумулятор вот такого типа на 2 ампера час. Это уже совсем другой аккумулятор. Макитовский аккумулятор сюда не подойдет. В комплекте еще насадка. Вставляем немножко с нажимом. Ага. И проворачиваем. Нажимаем и проворачиваем. Здесь несколько режимов работы. Вынимаем, также проворачиваем и вынимаем. Таким же образом ставим пеногенератор. В комплекте у нас еще имеется фильтр. Насаживаем на шланг с одной стороны, с другой стороны вот эту приспособу. И зарядное устройство. В комплекте у нас еще имеется мануал. Ну, мануал на английском. В принципе, здесь разбираться нечего. Ну, в первую очередь мы проверим вот эту насадку. Вот эту. Эту сейчас снимем. Так. Таким же образом вставляем с нажимом, вставляем и проворачиваем. Один конец подсоединили к мойке, другой конец опускаем с емкостью с водой. Вот. Сейчас накачаю. Это вот такой режим. Одна струя 0 градусов. Режим как душ, если вам видно. Дальше режим разбрызгивания. Веерный режим на 40 градусов. Веерный режим на 25 градусов. Веерный режим на 15 градусов. И одна струя. Можно опрыскивать растения в саду. Можно поливом заниматься. Ну, в саду удобная вещь. Вот таким способом можно опрыскивать растения от вредителей. А также поливать газон. Но агрегат работает. Сейчас вот посмотрим, как этот процесс будет проходить на автомобиле. Сначала замочим. Вот так вот будет лучше на 45 градусов, чтобы замочить. Но конкретно как помыть машину, наверное, я сниму отдельное видео. Замочили. Сейчас возьму пеногенератор, добавлю автошампуня, набросаем пены. Намылили. Ну, в такую погоду, правда, солнечную, лучше не мыть машину. Вечером лучше, потому что все быстро высыхает. Намылили и дальше уже все смываем. Начиная сверху. Ну, со своей работой справляется. Правда, не такая мощная, как электрическая автомойка. Ну и цена, конечно, поменьше будет. Ну так, со своей работой, как я уже сказал, справляется. Компактная, небольшая, можно брать с собой.
Сейчас поменяем струю. Вот эта струя будет помощнее. Можно брать с собой, как я сказал. Воду можно брать из любого источника. Есть фильтр. Ну вот, считайте, что машина уже помыта. Ну, надо, конечно, хорошенечко смыть пену. Вот еще сильнее струя. Ну и колеса тоже отмывают всю грязь. Вся грязь слетает. Глина. Это вот как душ. Несколько струй. Как вы видите. Вот такая струя с распылением. Все, вода кончается. Надо набирать воду. Ну, как видите, агрегат рабочий. Все, вода закончилась. Ну, в принципе, на этом и все. Как я уже сказал, аппарат рабочий. Ссылочку на него оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания, до чего, пока.